Всем привет, гости и подписчики моего канала. Не будь гостем, подписывайся, становись другом. У меня, как вы уже знаете, есть гусята, и я решил их показать, снять видео про них, потому что давно их не показывал, с того момента, как я их покупал. Как вы помните, у меня было 5 гусят, но один гусенок у меня пропал. Ну, не пропал, погиб, умер, я не знаю, что он случился, он почти на следующий день. Ну, ничего страшного, осталось 4 штучки. Тут всего, на мой взгляд, осталось 2 гусака и 2 гусынки, но пока что точно сказать не могу. Вот они сейчас едят там комбикорм с ячменем, там примерно 50/50. Еще тут 2 гуляют. Им сейчас примерно 3 недели. Я точно сказать не могу возраст, потому что я не знаю, как там продают на базаре. Там возраст может быть и неточный. Они могут его немного повышать. Но когда я покупала, им было 2 недели. Это по их словам. Но мне кажется, им столько не было тогда. Потому что я их сейчас взвешивала в 3 недели у них. Вес был приблизительно самый маленький 1,3 кг, а самый большой 1,5 кг с чем-то было. 1,5 кг, можно сказать. Вот они сейчас очень привыкли, ходят туда, куда хожу я, постоянно за мной во дворе, туда-сюда. Они тут очень хорошо щипают травку, вот тут была какая зелень большая, они тут все ощипали. Когда я их кормлю, они очень ручные такие, не боятся. Вот, когда им будет 1 месяц, мы их будем взвешивать. Также еще сегодня попросил купить мел для них, потому что гусятки очень быстро растут, и они могут падать на ноги. Из-за того, что резко растут, они у них кости не успевают такую массу, такую большую тушку выдерживать, и у них могут быть проблемы с ножками, поэтому нужно добавлять мел в корм. Добавлять буду столько, сколько там по инструкции. Вот такие вот они пушистики, 1,5 кг они уже. Вот они ручные такие, очень не боятся. Вот 4 гусенка. На этом у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, всех до новых встреч!